Ой, блядь, какой сладкий сон приснился, Кузя. Представляешь, мне приснилось, как будто голос каждого человека на выборах имеет какой-то смысл. То есть мы реально как будто можем выбрать, блядь, депутатов, куда ты пошла? Я тоже в это нихуя не верю, блядь, что-то очко болит. Че же я с очком-то сделал своим, блядь, вроде не чпокался ни с кем. О, привет, девчонки, чё-то вы... Ой, какие помятые, блядь. Мы совершенно не можем спать. Так ужасно, я в жизни не спала. Кстати говоря, про сны, блядь. Что-то у меня случилось, блядь, ночью. Как будто меня, блядь, кто-то выдрал как следует, блядь. Тут такое дело, бабище, блядь. Из-за того, что случилось это паранормальное явление, блядь, со мной, я установил камеры в доме. И я, блядь, подозреваю, что среди нас, блядь, какой-то призрак гуляет, блядь, анальный. Я еще до того, как, блядь, он появился у нас призрак дома, вдруг, блядь, у нас заварюшка произойдет, чтобы было на память. Ох, пасика. Я заметил призрака, он зашел ко мне в комнату, сука, блядь. Сейчас я тебе устрою, пидорас, блядь. Кто твой папочка, блядь? Кто тебе сказал, блядь? Мне, сука, блядь, сны не будешь портить, чмо. My dick is big, my dick.